Здравствуйте, меня зовут Сучков Денис Сергеевич. Я очень рад побывать на данном мероприятии. Благодарны организаторам данного конгресса и выставочного комплекса, который проходит на площадке Военно-медицинской академии. Спасибо большое, что дали нам возможность выступить с клиническими случаями, сделать представление продукции, на самом деле очень уникальной системы имплантатов Альфа-Био. Поэтому действительно здесь очень много народу, много коллег, с которыми удалось пообщаться, с которыми давно не виделись. Поэтому такие мероприятия очень важны для всех участников медицинского движения, как торгующие компании, так и практикующие врачи, обучающиеся доктора, да, студенты. Это очень важно, это нужно нам всем. Спасибо огромное. Здравствуйте, меня зовут Лысенкова Елизавета, я специалист Департамента науки и медицинских программ группы компании DRC. Мы производим зубные пасты ROX и участвуем в конференции, которая сегодня проходит в Военно-медицинской академии. Очень рады, что нас сюда пригласили, прекрасное мероприятие, здесь действительно много врачей, и мы даже иногда не успеваем со всеми пообщаться, но крайне рады тому, что все это происходит. Добрый день, меня зовут Алексей Рева, я сотрудник зуботехнической лаборатории Dent Service. Хочу оставить отзыв относительно мероприятий конференции стоматологической, которая прошла на базе Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Организатор Алексей Шаров, ему все удалось, прекрасное мероприятие, отличные залы, отличные доклады и докладчики. Мы, скорее всего, в следующий раз также будем принимать участие. Нам очень понравилось, ведь врачи-ординаторы – это наша целевая аудитория. В дальнейшем, будучи врачами-ортопедами, работы, мы надеемся, они будут давать нам. Респект. Хочется сказать большое спасибо организаторам за организацию такого хорошего форума, конференции. Организовано было все очень прекрасно и замечательно. Во-первых, все четко, ясно, понятно дана вся программа. Были сделаны прекрасные возможности для постановки стенда. Все вопросы и заезда, и выезда, и информационное, все было предоставлено. Спасибо огромное организаторам. Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Пресняков, я научный сотрудник компании «Гистографт». Мы занимаемся разработкой и внедрением в клиническую практику остеопластических материалов. И вот наш остеопластический материал «Гистографт» используется уже с 2019 года в клинической практике активно. Разрабатывался он вместе с коллегами из Института металлургии и материаловедения РАН командой ВС Комлева. Эта конференция для нас очень полезна, как и многие другие конференции. На ней у нас есть возможность познакомиться с коллегами, обменяться опытом, получить какое-то новое сотрудничество для дальнейшего развития. Я считаю, что надо больше проводить таких конференций в городе и в рамках ВМА, и, возможно, в рамках других обучающих заведений, потому что это расширяет кругозор обучающихся, будущих врачей. Это расширяет кругозор других людей также, да, просто пациентов, я считаю. И поэтому... Опять же, знакомят с новыми какими-то продукциями, с производителями, что тоже, собственно говоря, полезно. Поэтому молодцы. Желаю вам успехов в дальнейшем и больше хороших организаций. Спасибо организаторам, спасибо компании «Ромашка». Все было классно, все супер, все понравилось. Огромное спасибо Алексею Шарову. Все супер, все классно. Добрый день, я клинический специалист по образовательным программам компании «Протека» Филиппова Мария. И нас пригласили к участию в этой конференции. Нас представляет спикер сегодня Николай Кущенко с очень интересной темой. Что мне хотелось бы отметить, вчера я прослушала весь лекционный день. Было две секции классных. Одна секция – это
более такая научная, где различные участники представляют результаты своих научных работ. Вторая секция клинически прикладная. И презентации очень показались на высоком уровне. Я, в принципе, в каждой лекции что-то для себя интересное подчеркнула, как врач, как клиницист. И всем рекомендую в следующем году обязательно участвовать в этом мероприятии. Спасибо. Наша компания называется «Имплантсейв». Мы занимаемся всем для имплантологии. Очень давно сотрудничаем с данной организацией. Надеюсь, что такие мероприятия будут проходить каждый год. Они будут все шире, масштабнее. И, конечно же, очень большой плюс, что многим студентам и также докторам это мероприятие обошлось полностью бесплатно. Мало кто проводит такие курсы на бесплатной основе, поэтому очень большой плюс – это вклад в развитие медицины. Вот, мы будем обязательно участвовать в этом направлении и помогать вам. Вот, желаем вам успехов и удачи. Спасибо. Компания Vest, представляем стоматологические материалы, являемся крупными дистрибьюторами. У нас есть большое направление не только по расходным материалам, у нас и ортодонтия, ортопедия, есть отдел оборудования. Хорошо сотрудничаем с клиниками и приглашаем всех клиник, юридических, физических лиц к сотрудничеству. Хотели бы сегодня поблагодарить организаторов за такую прекрасную научно-практическую конференцию. Все прошло на высшем уровне. Ну, хотим сказать огромное спасибо за приглашение. Нам было очень приятно участвовать в качестве спонсоров, быть причастными к такому классному мероприятию. Очень интересные лекции проходили. Ну и приглашаем всех к сотрудничеству с компанией Vest. Заходите на наш сайт. Самые лучшие стоматологические материалы по интересным ценам. Так, компания DataGuru. В этом году мы завершили формирование своей имплантационной системы, дополнили линейкой Respect. Теперь наша система закрывает 18 клинических случаев. Очень рады присутствовать на этом мероприятии. Очень крутая площадка, крутая кафедра. Удалось познакомиться и с руководителями, и с заместителями, пообщаться со многими студентами. Будем рады, если нас пригласят еще раз на подобную встречу. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Мария, я менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Ормка, ведущего производителя для рынка ортодонтии. На самом деле мы первый раз участвуем в подобной конференции в военно-медицинской академии и хочу отметить очень высокий уровень организации. Действительно, всем партнерам достаточно места и отдельное спасибо хотелось бы сказать за организацию досуга и за то, что отметили наше партнерское участие и за культурную программу вечером первого дня конференции. Еще хотелось бы пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом, чтобы площадки, возможно, менялись, было больше участников, было больше партнеров и, конечно, такая же насыщенная программа всех дней конференции. Остальных докладов определено 6 победителей. Морфофункциональное состояние зубочелюстной системы у детей с дистальной окклюзией с применением методов ультразвуковой диагностики. Авторы Тикучева, Фокина, Врачева, Ермольев. Приз от магазина «Ромашка». Следующий постерный доклад. Особенности диагностики осложненных форм кариеса зубов у пациентов, ранее переболевших COVID-19. Авторы – профессор Борисова Элеонора Геннадьевна, преподаватель Ермолович Анна Леонидовна и Семенова Дарья Дмитриевна. Приз от компании «Арком». Это передовые ирригаторы бренда «Амиатон», которые пришли на смену теперь в Атерпику, и компания «Арком» хотела как раз вот преподнести вам благодарность за такой хороший доклад. Ура! Уважаемые коллеги, следующий постерный доклад.
прогнозирование интенсивности поражения кариесом зубов у воспитанников общеобразовательных организаций Министерства обороны России. Авторы профессор Гребнев, Солдатов Иван и Солдатов Антон. Приз от компании «Арком». Постерный доклад «Клинический опыт применения съемной ортодонтической аппаратуры элайнеров в комплексном лечении у взрослых пациентов». Авторы Федорова Анастасия Вадимовна и Солдатова Людмила Николаевна. Приз от компании «Ревилайн». Доклад «Открытый синус-лифтинг с направленной костной регенерацией с использованием гистографта. Результаты двухлетнего наблюдения». Авторы Рябов, Бозо, Пресняков, Деев. Приз от стоматологического магазина «Ромашка». И завершающий постерный доклад «Оценка клинической эффективности применения гелевой формы растительных антисептиков в комплексном лечении гингивита». Авторы Нуриева, Бессонова, Шаров, Носова. Приз от стоматологического магазина «Ромашка».